Здравствуйте, меня зовут доктор Скворцова. Я потомственный сомнолог, внучка доктора Манасеевой. Занимаюсь исследованиями быстрого сна. В данный момент вы являетесь свидетелем уникального медицинского эксперимента. Лестница Иакова впереди на всякого, лестница Иакова впереди на всякого. Средняя продолжительность сна здорового индивидуума 7-8 часов. При систематическом сокращении сна возможны необратимые изменения в психике. Равно это касается и систематического увеличения периода сна. Сон – это избавление от тела, возможность выйти за рамки бытия. Состояние бодрствования, активность головного мозга не превышает 15%. Во время парадоксальной фазы быстрого сна активность резко возрастает до 75%. Мы созданы из вещества того же, что наши сны. И сном окружена вся наша жизнь. Мой сон длится примерно 21 час в сутки. Питание энтерально. Система заправляется дважды в день. И если я гекубой стану, то факел разожжет пожар. Ваша задача – свести мой физический контакт к минимуму, дабы мое исследование продолжалось как можно дольше. Когда змея укусит хвост и трели дьявола услышишь, беги! Декарт не так уж прост. Кусуноки Масасиги, Кусуноки Масасиги, Кусуноки Масасиги. Господи, от этого зонта... Как звать? Аня? Подойди к монитору. Памятка и план лаборатории висят на стене. Около Ганеши. Ознакомишься с ними, когда я войду в фазу. А сейчас запоминай. Монитор здесь один. Находится он около двери на полке. Подойди, посмотри цифры. Будешь заносить показания в журнал. Через каждые полтора часа по зеленым часам и через 36 минут по красным. Назови последние цифры. 785. Не может быть. 783. Внимательнее. Возьми журнал. Он находится около головы. Запиши эти цифры в журнал по зеленым. Новая фаза. Встретимся через 42 минуты по красным часам. Сеанс продолжим. Если что-то непонятно, поболтаем. Никаких мобильных телефонов. А плеер можно?
Это лаборатория. Ты...